Пусть подержанный, зато удобный и вместительный. В Иваново из Москвы доставили очередной уже 9-й по счету троллейбус. Долгожданный мегаполис 2007 года выпуска. Его длина 17,5 метров. Он очень большой вместимости. Наполняемость его 166 человек. Из них только 46 сидячих мест. Какому маршруту повезет заполучить себе чудо техники, пока неизвестно. Прежде чем выйти на линию, троллейбус отправится в ремонтную мастерскую на техническое обслуживание. Необходимо провести ревизию узлов и агрегатов электро- и пневмооборудования. Ну, кузовные работы привести в должность соответствующий вид. Эта машина для нашего города уникальна. До сегодняшнего дня низкопольных троллейбусов, да и автобусов тоже в Иванове не было. Помимо удобного входа, новый рогатый оборудован специальными пандусами для маломобильных групп населения. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.